бизнес это свобода. Это свобода. И когда в феврале месяце ты уезжаешь на 2 месяца отдыхать. Ты можешь себе позволить отдыхать в любой точке земного шара. Ты можешь работать там. Делать свой бизнес просто с компьютером. Еще лет 10 назад это было полностью нереально. Это было просто невозможно. Только ты уехал на месяц, твой бизнес стоит. Даже если он как-то без тебя там работает, напарники тебя опускают на деньги. Что-то где-то тебя постоянно обворовывают. В итоге получается так, что твои напарники строят 2 дома, а ты заработал там за все время на 1 дом. Все бизнес строит. Это обычный традиционный бизнес. Так получается. Это еще в лучшем случае. Плюс нервы, потому что весь ответ на тебе, налоги, расходы. Самое лучшее, что сегодня есть. Наверное, лучше человек еще не придумал. Правильно говорил Билл Гейтс, да? Если нету бизнеса в интернете, то нету бизнеса абсолютно. Кто-то улетает, кто-то прилетает, кто-то улетает. Покидает этот рай. Кто-то прилетает. Мы здесь на 2 месяца. Бизнес развивается. Нам не важно, где мы. Нам это все не важно. Мы сняли 2 виллы здесь большие, возле моря. Красивые 2 виллы. Для всей команды. Для всех партнеров, которые в квалификации, для самых лучших. Самые лучшие виллы, самые лучшие условия для работы. Пожалуйста, все это реально с командой «Форсаж». На сегодняшний день это лучшая команда, это лучшая возможность изменить свою жизнь, научиться этому бизнесу. Есть ссылка, знакомьтесь с информацией, знакомьтесь с возможностью. Делайте ваше решение, принимайте его. Это не бизнес с большими инвестициями, но с большими возможностями. Все зависит от вас. Принимайте правильное решение, все получится. Все вопросы задавайте. О, ананасы. Все, пока-пока.